Мы находимся в городе Звенигород и вашему вниманию ресторан Жанны Ван, который недавно открылся, не попал под эпоху локдауна, его это все не коснулось, поэтому качество хорошее. Пойдемте посмотрим. Сделал заказ, пока ожидаем, нам принесли масло с перцем, видимо. Хлебушек очень мягкий, горячий, да, только что видно, приготовленный. Что по меню, цены дорогие, московские. Меню расширилось по сравнению с последним разом, когда я здесь был. Ну, будем пробовать, смотреть. Да. Девушка полила. Заказал я помидоры с печеными баклажанами с острым соусом. Девушка, как вы видели, полила нам соусом. Сейчас мы продегустируем эту прелесть. Что хочется сказать? Вкусно поесть можно и дома, но в ресторан ходят именно за этим, чтобы вот это вот вау получить от вкуса. Именно вот этот, от этого соуса, я не знаю, что в этом соусе, но это очень вкусно. Следующее наше блюдо – том-ям. Я очень люблю том-ям, поэтому всегда его заказываю, если вижу меню. Заказал я с рисом, чтобы было посытнее. Так вот я делаю. Много очень креветок, морепродуктов, грибов, такой густоватый. Пробуем на вкус. Да, остренько. Настоящий том-ям, который я люблю. И последнее блюдо, которое я сегодня заказал, это полба с крабовым мясом, с соусом бис. Никогда такого не пробовал. Вот полба, это, видимо, краб. Что за соус бис, я не знаю. Это, кстати, новое меню. В старом меню я не помню, что это было. Ну, будем пробовать. Как всегда, что-то необычное. Такое дома точно не поешь. Непонятно, что за соус бис, что туда будет, но это вкусно. Что хотелось еще сказать, Жан Иван, помимо того, что это ресторан, это еще и пекарня кондитерская. У них, как вы видели, свой хлеб свежий, высокого качества, разные десерты, тортики. Не стал я показывать витрину пекарни, потому что там вечером уже особого выбора не было, потому что ресторан в 10 закрывается, сейчас вот уже без 15:10. Но в следующий раз стараемся прийти пораньше, все вам снять, показать, что у нас в итоге вышло. Салат с хрустящими баклажанами, томатами с острым соусом 590, том-ям 650, полба с крабом в соусе биск 1090 рублей, капучино 300 миллилитров 250 рублей и десерт малиновый и фисташковый 380 рублей. В итоге все на 2960 рублей на человека. В итоге, что хочется сказать, Жан Иван — это не дешевый ресторан. Для тех, кто любит сыт, это вкусно и дорого поесть, тот оценит.